Встречи с ветеранами продолжаются. Инспекторы по делам несовершеннолетних в отделе полиции Междуреченска организовали встречу подшефным воспитанником детского дома «Единство» с тружеником тыла, ветераном МВД Эдуардом Моисеенко. Эдуард Моисеенко рассказал детям, что более 30 лет проработал в полиции. Вышел на пенсию с отдела участковых уполномоченных. Детство было трудным. Он родом из Белоруссии. В юном возрасте пережил немецкую оккупацию. Из сожженной деревни попал в фашистский концлагерь. Он труженик тыла. Воспитанники «Единства» подарили ветерану картину и прочитали стихи. Пожелали здоровья и долголетия. Подвиг ваш не забывали. С Днем Победы поздравить хочется вас. Поздравили Эдуарда Моисеенко и коллеги. В гости к нему пришли Алексей Попов, начальник отдела полиции, представители общественного совета. Свое творчество подарили воспитанники клуба «Мечтатель» детско-юношеского центра, руководитель Татьяна Карабанова. Навестили в этот день и Екатерину Колмакову. Она 20 лет проработала в полиции. Вышла на пенсию в должности начальника паспортного стола.